Сегодня покажу вам наушники компании Meze, их новая модель Deco 1. Компания, сам офис компании расположен в Румынии, наушники же традиционно делаются в Китае. Они поставляются вот в такой вот маленькой белой коробочке, в принципе они полностью белые, это доминанта в дизайне этой модели. Тут внутри расположен такой же белый чехол с логотипом компании на змейке. Внутри наушники. Тут две пары насадок, еще одни на наушниках. И карабин, с помощью которого чехол можно подвесить на пояс. Сами наушники сделаны в целом неплохо. Корпус сделан из бука. Сохранена текстура дерева. Передняя и задняя сторона металлические. Кабель белый, очень напоминает кабель наушников Apple. На проводе есть гарнитура однокнопочная с микрофоном для использования со всеми смартфонами. В общем, наушники сделаны аккуратно. К сожалению, по звуку они очень басистые и поэтому подойдут только для любителей баса. Низкие частоты у них доминируют над всем остальным диапазоном. С учетом цены 65 евро, в общем-то, они не универсальны, поэтому только для тех, кто любит низкие частоты в больших количествах.